Раз в году главная достопримечательность острова Святой Маргариты, королевский форт, в котором некогда томился в неволе человек железной маски, на несколько дней становится местом своеобразного паломничества. Сюда со всей Европы съезжаются многочисленные почитатели японских боевых искусств, чтобы в течение 4 дней заниматься исключительно практикой айкидо, иайдо и дзюдо. Лиринские острова. История одного Гасюку. Примечательно, что тренировочный лагерь на Лиринских островах проводится каждый год неизменно в одно и то же время – в мае. И это не случайно. Причина заключается не только в том, что это лучший сезон на Лазурном побережье. Когда уже настолько тепло, что можно заниматься весь день на открытом воздухе, и не настолько жарко, что можно за час буквально изжариться под палящим средиземноморским солнцем. Даты проведения Гасюку на островах всегда совпадают с христианским праздником Вознесения. Почему мы выбрали именно праздник Вознесения, то на это существует две причины. Даниэль Леклер. 5-й дан айкидо, 6-й дан иайдо, 6-й дан дзюдо. Вице-президент Европейской Федерации иайдо. Боевыми искусствами занимается 34 года. Бессменный организатор Гасюку на протяжении 28 лет. Первое вознесение во Франции – это выходной день. И поскольку это всегда четверг, так как это 40-й день после Пасхи, то во Франции люди часто берут в пятницу выходной. Это называется мост, день между двумя выходными. Во Франции это устоявшийся обычай делать мост после Вознесения. Таким образом, люди могут легко приехать на 4 дня семинара. К тому же тут есть еще и некий мистический момент. Как вы знаете, Вознесение – это праздник в честь Вознесения Христа на небеса. И мы подумали, что идея своеобразного личного Вознесения над повседневностью очень органично вписывается в концепцию семинара. Тренировочный лагерь на Лиринских островах дает приезжающим сюда редкую возможность отвлечься от суеты повседневности, пообщаться с близкими по духу людьми. В конце концов, просто побыть наедине с самим собой и поразмышлять о смысле жизни. Но все же основная задача, которую ставят перед собой организаторы и преподаватели Гасюку, показать, что несмотря на то, что внешние формы в различных направлениях будо иногда бывают очень разными, лежащие в их основе принципы одни и те же. И смысл занятий состоит не в том, чтобы выучить как можно большее количество техник, форм и приемов. Такого рода накопительство нисколько не приближает человека к пониманию сути боевых искусств. Я думаю, что все на самом деле наоборот. Малкольм Тикишиван. 6-й дан айкидо, 6-й дан иайдо. Технический директор Европейской Федерации иайдо. Если ты правильно понимаешь лежащий в основе принцип, то этот принцип может проявиться во множестве различных форм. Иногда настолько разных, что можно не узнать, что это одно и то же, если не знать сам принцип. Поэтому настоящая работа, которую следует выполнить, это доискаться до основополагающего принципа. Айкидока и музыкант, мастер меча и заядлый рыбак, Малкольм Тикишиван всегда стремился свести воедино вещи, которые имеют общие принципы, и показать, что понимание основополагающего принципа дает возможность применять его на практике множеством различных способов. И не имеет значения, что у вас в руках – меч, палка или волынка. Например, авасе, которое мы изучаем, работая с мечом, очень близко к авасе, возникающему, когда играешь на музыкальном инструменте с другим человеком. Авасе.
один из основных принципов кендзюцу, айкидо и многих других видов японского будо. В буквальном переводе с японского это слово означает гармоничное взаимодействие, объединение, слияние. И, может быть, с мечом можно не сразу заметить недостаток аваса, но в музыке ты сразу слышишь, есть оно или его нет. Так же, как в каллиграфии, ты проводишь черту и сразу видишь, совершенно она или нет. Ты комкаешь лист бумаги и берешь другой, чтобы в следующий раз сделать лучше. Так же и в музыке. Это работает одинаково. Так что я нахожу очень много параллелей между игрой на волынке и будо. К подобному пониманию будо господин Шиван пришел в результате десятилетий упорных занятий у выдающихся мастеров современности. Прозанимавшись боевыми искусствами в общей сложности 50 лет, он накопил огромный практический опыт, позволивший ему свести воедино все полученные на протяжении этого времени знания. Я начал заниматься фехтованием, европейским фехтованием, когда мне было приблизительно 6 лет, и продолжал эти занятия примерно лет до 20. Между тем, я также начал практиковать и другие вещи. Школа фехтования, в которой я занимался, сдавала в аренду помещение группе кендо, и каждую субботу во второй половине дня у них было занятие по иай – искусству владения японским мечом. В то время мне было приблизительно 14, и мне это показалось любопытным. К тому же по субботам у меня было свободное время, поэтому я начал заниматься иай. Яйдо – современная форма традиционного японского боевого искусства, которая заключается в выхватывании меча из ножен и нанесении удара одним непрерывным движением. Само слово «яйдо» происходит от японского выражения, которое можно перевести примерно так. «Где бы ты ни находился, ты всегда должен быть готов мгновенно отреагировать на нападение». Термин «иайдо» вошел в обиход сравнительно недавно, в 30-х годах 20 века. До этого времени для обозначения этой дисциплины чаще всего использовались термины «иайдзюцу» или «баттодзюцу». Система, которую мы изучаем в иай, преподается посредством кота, которые представляют собой четко определенные неизменные формы, каждый из которых рассматривает определенную ситуацию. Когда смотришь, как кто-то выполняет форму иай, не всегда можно понять, какова же в ней ситуация. На самом деле, когда ты выступаешь в роли зрителя, ты должен уже хоть немного знать, какой может быть ситуация, или использовать свое воображение и догадаться. Иногда это мало понятно. Например, одна форма, которую я делал до этого, довольно интересна, потому что не всегда можно понять, что на самом деле в ней происходит. Она выполняется таким образом. Такие движения выполняет человек, которому нужно пройти сквозь толпу людей. Он хочет растолкать толпу, потому что она не представляет для него проблем. Она не враг. Он всего лишь должен пробиться сквозь нее. Что он на самом деле делает, так это подходит к толпе сзади, вытаскивает меч, держа его лезвием вверх, как можно ближе к себе, чтобы никого не поранить. И руками и мечом раздвигает его, расталкивает людей в стороны. При этом он держит меч таким образом, чтобы тот никого не поранил в случае чего. Люди же в этот момент начинают напирать, и он сдерживает их и расчищает себе дорогу. Затем делает шаг вперед,
и переходит к атаке. Когда видишь кого-то, кто делает это в одиночку, то на самом деле необходимо большое воображение, чтобы понять, что происходит. Но если ты знаешь заранее, то тогда можно оценить тонкости кота. Каждая кота имеет определенное значение, но, как я уже сказал, оно не всегда очевидно. В данном конкретном случае это кота ситуативная. Начиная заниматься iaido, ученики изучают кота, не имеющие какого-либо конкретного сценария. Это так называемые универсальные кота, которые можно применить во множестве различных ситуаций. Они очень простые и прямолинейные, и состоят, как правило, из четырех фаз. Первая фаза – вытаскивание меча и нанесение удара. Вторая – основной удар. Третья фаза называется тибури. Это движение, предназначенное для того, чтобы очистить клинок после использования. И последняя фаза – вкладывание меча в ножны. Эти четыре фазы повторяются практически во всех формах. Первая кота, которую вы изучаете, научит вас именно этому. Она очень-очень простая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, и возвращаемся назад. Эта кота не говорит ничего конкретного о ситуации. Она означает, что вы лишь выполняете базовые элементы в различных ее ситуациях. Позже вы можете интерпретировать ее, если это необходимо, тем или иным образом. Возможно, вам будет необходимо сделать накиути так и выполнить удар в этом направлении. Но у вас все равно сохраняются те же самые базовые элементы. Вы можете их использовать. Эта кота носит универсальный характер. Вам не нужно знать ситуацию. Новички изучают основы посредством универсальных ситуаций, а затем понемногу вы переходите к более конкретным кота. У современного человека, далекого от боевых искусств, может возникнуть вопрос. Зачем вообще в наши дни, когда давно уже никто не прорывается сквозь толпу с обнаженным мечом, необходимы занятия iaido? В чем состоит польза подобного рода тренинга? По мнению мастеров, основное значение практики iaido сегодня заключается в том, что оно учит человека тренироваться самостоятельно. Обычно людям, особенно в Европе, для занятий необходим партнер или противник, относительно которого можно оценить собственный прогресс. Это порождает самолюбие. Когда же человек годами рубит лишь воздух перед собой, то неизбежно сталкивается только с самим собой, со своими недостатками. И это беспощадное столкновение с самим собой очень важно для собственного прогресса, для самосовершенствования личности. В возрасте 18 лет я пошел посмотреть занятия по карате. Я пришел вовремя, но не в тот день. И когда я пришел, там шло занятие по айкидо. Это выглядело удивительно, и я решил записаться в группу и заниматься айкидо. Айкидо – современное неагрессивное японское боевое искусство, созданное выдающимся мастером 20 века Морихея Муэсибой. Слово айкидо состоит из трех иероглифов, которые можно перевести как «путь объединения энергии ки». Уникальность этого боевого искусства заключается в том, что оно делает основной акцент на… На физическом уровне айкидо состоит из бросков и болевых контролей, взятых главным образом из старых школ дзюдзюцу, а также техник с оружием, взятых из кендзюцу – искусство владения мечом, и содзюцу – искусство владения копьем. Суть техник айкидо состоит в том, чтобы, используя энергию противника, полностью контролировать его. Помимо сугубо физической тренировки, айкидо придает особое значение тренировкам сознания и развитию энергии ки.
Мне посчастливилось встретить сенсея Тамоу, который живет здесь, во Франции, и я начал работать с ним. И с тех пор никогда не прекращал этого делать. And in 1980 something or other, we organized, I think it was 80 between 80 and 81. Примерно в 80-81 году мы организовали турне Отакериске, школы Катори Синторю. И он приехал в Европу и провел здесь примерно 2 месяца в компании Дона Дрейгера. Этот опыт открыл мне глаза. До этого я занимался ИАИ с мастером по имени Мицудзука, который приезжал из Японии и проводил довольно много времени в Нью-Йорке, где я имел возможность работать с ним. И до тех пор это были занятия в основном ИАИДО. Но когда я увидел, как работает мастер Отаке из школы Катори Синторю, это было для меня совершенно другим, и у меня появилось новое видение вещей. Меня всегда очень интересовал японский меч, и в 1981 году я поехал в Японию, где провел приблизительно 2 года, изучая технологию изготовления японских мечей. Свое знание процесса ковки и полировки японских мечей сенсей Шован получил от одного из самых известных в Японии мастеров – Вакиты Рёсуи. В течение 15 месяцев он изучал древние методы, использовавшиеся японскими кузнецами-оружейниками для создания великолепного оружия периода Кото. Я работал в кузнице с кузнецами, и это был очень интересный период, довольно трудный. Но после этого я вернулся в Европу, провел здесь 2-3 месяца и уехал в США, где я продолжил изучение кузнечного дела. Я параллельно продолжал заниматься металлургией, ИАИ и айкидо. В 80-е годы на меня стало ложиться все больше и больше ответственности как на учителя. Я проводил семинары и тому подобное. Так иногда оказываешься в ловушке и не можешь из нее выбраться. Я всегда старался преподавать и одновременно учиться сам, или, по крайней мере, преподавать так, чтобы это было полезно и для меня. К тому же я постоянно ездил в Японию и обратно. В своей жизни я встретил много удивительных людей, которые дали мне очень много хорошего. Одним из таких людей стал Стефан Бенедетти, француз, посвятивший более 40 лет своей жизни изучению японских боевых искусств вообще и айкидо в частности. Заниматься боевыми искусствами, это было дзюдо, я начал где-то в 4-4,5 года, может быть в 5, на самом деле уже не помню. Стефан Бенедетти, 6-й дан айкидо, востоковед по образованию, специалист по истории религии. Я занимался дзюдо достаточно интенсивно, до тех пор, пока не начал изучать айкидо. После этого я еще несколько лет продолжал практиковать дзюдо, но все меньше и меньше, а все больше и больше айкидо. Я познакомился с айкидо в возрасте 15 лет, это было в 1966 году. Это значит 41 год тому назад. И вот более 40 лет я прозанимался айкидо. Это единственное, что я умею делать, единственное, что я знаю. Подобно Паскалю Кригеру и Малкольму Тикишувану, Стефан Бенедетти в молодости отправился в Японию, где провел в общей сложности 8 лет, успешно совмещая занятия бизнесом и практику айкидо. Так же, как и господин Шуван, изучал в Японии кузнечное дело. Продолжительное время учился у того же выдающегося мастера-оружейника, жившего в отдаленном горном районе Южной Японии. В
По мнению сенсея Бенедетти, для понимания айкидо обязательным является, если не совершенное владение японским мечом, то по меньшей мере хотя бы базовое понимание принципов работы с ним. Поскольку в основе техник айкидо лежат принципы использования меча, то их легко можно объяснить и проиллюстрировать техниками фехтования. Одно из основополагающих движений, которое можно найти в айкидо, да и не только в айкидо, конечно, это движение, которое называется санкаку ирими. В буквальном переводе с японского «санкаку ирими» означает «треугольный вход» и представляет собой один из видов входа в атаку противника. При всей своей внешней простоте ему присущ очень тонкий, я бы сказал, сложный тайминг, расчет времени. В большинстве случаев, когда его выполняют, люди делают нечто подобное. Они отступают с центральной линии, а затем наносят удар. Но, как видите, в понимании айки, что означает единство, объединение со своим противником, если он атакует, вы уклоняетесь от атаки, а затем наносите удар, то с точки зрения тайминга вы не объединены с ним совершенно. Собственно, вы выполняете атаку, смещение и удар. Иногда это делают немного лучше, таким вот образом. Оба человека работают одновременно. Но этого опять-таки недостаточно. Вас спасает только то, что вы уходите с линии атаки. Таким образом, выполняя эту технику, какой бы простой она ни казалась, вы должны научиться быть независимыми в своих собственных движениях и при этом абсолютно согласованными с тем, что происходит. Если каждый раз ваш противник проявляет инициативу, и вы действуете по его инициативе, то вы опаздываете. Вы всегда следуете за ним. И в таком случае вас двое. Но для того, чтобы быть вместе, вы должны двигаться независимо. Вот это одна из самых важных техник айкидо. По мнению Малкольма Тикишувана и Стефана Бенедетти, цель занятий айкидо заключается отнюдь не в приобретении навыков реального боя, а в обретении свободы и, в первую очередь, свободы сознания. Человек в основе своей состоит из двух элементов – сознание и тело. И связывает эти два элемента между собой дыхание. Таким образом, посредством движения вы можете достичь сознания. Движение должно быть гармоничным, не приводить в беспорядок сознание. Оно должно высвобождать напряжение. Очень сложно сделать свои движения свободными. Если на человека кто-то нападает, то его первая реакция – зажаться. А тот тип движения, который мы стараемся выработать, это очень спокойное движение. Это и есть первый шаг к свободе. Кроме того, существует идея несопротивления. Если кто-то вас держит, первое, что мы пытаемся сделать – избавиться от него. Но вместо того, чтобы избавляться, мы должны объединиться с ним. Это совершенно иное ощущение. И последнее. Именно здесь люди делают ошибку. Это все не для драки. Совершенно неинтересно проводить все свое время, думая о насилии и о том, как ты будешь кому-то противостоять. Я думаю, что гораздо больше шансов, что вы сможете, например, развить в себе бдительность, осознание собственного присутствия в данном месте и в данное время. Если вы обладаете этим качеством, то это будет гораздо полезнее в вашей повседневной жизни. Потому что вы больше рискуете попасть на улице под автобус, нежели подвергнуться нападению банды головорезов в городе. Это не так уже часто со всеми происходит. Но если вам действительно нужны техники против головорезов или для драки, то вам лучше пойти к кому-то, кто преподает самооборону, или вступить в полицию. Но это не то, чем мы здесь занимаемся.
Для меня это свобода сознания, достигаемая посредством тренировки тела. Все, что мы делаем, ведет к совершенству в определенном смысле. Я не считаю, что в этом есть что-то особенное. Это просто практика. Если вы хотите ответ, то практика и есть совершенство. Я скажу вам, почему меня интересует Будо, почему я начал и продолжаю этим заниматься. На самом деле это все очень просто. Все это строится вокруг одного очень простого вопроса. Зачем мы здесь? Зачем вы существуете? Зачем я существую? Какова причина моего существования? Это большой вопрос. И ответа на него я еще не нашел. Но если вы спросите меня, что такое совершенство, это понимание причины нашего существования, понимание того, зачем мы существуем. Так что тут очень много работы. И я думаю, что Будо в этом и состоит.